У меня есть фотография, где я стою рядом с автосалоном Bentley в вязаном свитере и в шапке. Я хотел туда зайти, но дверь была закрыта. Я сделал фотографию, и смотря на этот белый Bentley, я просто себе сказал, что у меня будет такой. Просто я себе сказал об этом искренне. В тот момент люди, которые бы меня услышали, они просто бы засмеялись и сказали, что да, ну как бы, парень, опустись на землю, это не твой уровень. Но через некоторое время мы просто идем с вами и забираем белый Bentley. Да, я проделал большой путь, да, это было огромное количество работы, да, это огромное количество рисков, но, как говорится, есть живой пример. Это действительно очень классно. Я всем желаю вам реализовать такие мечты, никогда не отказываться от того, что вы что-то не можете или у вас чего-то никогда не будет. Никогда не думайте об этом. И я хочу, чтобы вы запомнили эти слова, что когда-нибудь у меня будет Rolls-Royce. И мы вместе с вами поедем.